проводили специальный конкурс по улучшению облика столицы. Как бы эта зоня должна стать символом столицы. Особенность этого проекта, здесь они применили ветер, они от ветра получают энергию для здания и покрывают какую-то часть затраты. В принципе, строить дома любой этажности, любого типа здесь можно. Ну, естественно, при соответствующих хороших следующих вещей это хороший проект, значит, хорошее строительство и добротный контроль.